Праздники закончились, все салаты съедены, а значит, вновь наступил период активной умственной деятельности. Ульяновцы поделились своими секретами, как они адаптируются к трудовым будням после праздников. Одеть красивые вещи, красивый макияж сделать, вот как у вас ресницы, чтобы такие были, и улыбаться друг другу. Все? Нужно просто включиться в работу. Ну что, во-первых, в праздники надо, как говорится, умеренно употреблять. Это во-первых, чтобы плавно перейти к рабочим будням. Ну и все, в принципе. Это очень сложно сделать. Нужно собрать всю волю в кулак, встать рано, и причем дойти до работы. Самое главное, нужно целый день улыбаться. Психологически настроиться и идти на работу. Даже не знаю, как. Встать, работать и все. А я на пенсии. Мне хорошо. А я не расслаблялся просто. Вот. Всегда готов. Как Гагарин и Титов.